И еще одно важное событие предстоит провести свердловчанам. В Екатеринбурге в июле пройдет российско-китайская экспо. Международный форум такого уровня наша страна принимает впервые. Два предыдущих прошли в Харбине. Делегацию с Поднебесной возглавит заместитель премьер-министра Госсовета КНР. Вместе с ним в столицу Урала посетят министры и губернаторы провинции, бизнесмены и банкиры. В течение 3 дней на площадке «Екатеринбург-экспо», параллельно с «Синопромом», 300 компаний со всего Китая представят продукцию в сферах машиностроения, высоких технологий, сельского хозяйства, легкой промышленности и бытовой техники. Китайская сторона собирается провести около 20 семинаров по актуальным для партнеров вопросам таможни, туризма, электронной коммерции, освоению российского Дальнего Востока. А на финансовый форум съедутся около 30 директоров правления крупных китайских банков. На этот раз в экспо примут участие крупные известные китайские предприятия. Кроме того, что они будут представлять свою продукцию, у них еще есть серьезные намерения инвестировать в Россию.